Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами, как можно украсить праздничный стол с помощью дыни, сделав из нее ягодную корзину. Итак, что мне для этого понадобится? Красивая дыня овальной формы и различные ягоды. Это клубника, черника, виноград и малина. Вы можете использовать любые ягоды, которые у вас есть. Самое сложное в приготовлении ягодной корзины – это ровно разрезать дыню. Корзина у нас будет вертикально, поэтому нужно сейчас подрезать низ для того, чтобы зафиксировалась дыня, чтобы она устойчиво стояла. И проверяем, устойчиво стоит. Можно немножко еще подрезать. Вот, сейчас стоит устойчиво. Сначала вырезаем ручки. Я уже сделала маленькие надсечки. Как я буду вырезать, так как с глазомером у меня не все в порядке. Убираем одну часть. И вторую часть. С помощью ложки убираем косточки. Они нам не понадобятся. Теперь с помощью острого маленького ножика подрезаем мякоть из ручки. Контролируем этот процесс с двух сторон, чтобы не срезать лишнее. Ну вот, получилась такая красивая ручка у нашей дыни. И сейчас с помощью ложки вырезаем шарики. Есть специальная ложка для нарезки в виде шарика, но у меня ее нет, поэтому будем делать с помощью обычной чайной ложки. Такие вот шарики у меня получаются. Как вы думаете, кто к нам пришел? Почувствовал запах дыни, да? Скажи, ой, как пахнет дыня, вкусно, да? Хочешь дыньки? Ну вот так вот, арбуз, дыня, все. Вася у нас не может удержаться. Дыня, скорее всего, вкусная, я еще не пробовала, судя по Васиной физиономии. Скажи, то решили снять видео без меня. Дыню тут режут. Все? Ну что, Василий, все, хватит? Или что, еще хочешь? Ладно, Вась, все, наелся? Вась,
Василек на кухню приходит в трех случаях. Когда мы разделываем мясо, режем арбуз и дыню. Да? Ты мое золото. Насколько это было возможно, я подрезала ложечкой. Сейчас можно уже ножом дочистить остатки мякоти. Теперь по желанию можно сделать края у корзинки. Я буду это делать с помощью маленького ножика. Делаем небольшие надрезики. Стараемся это сделать ровно, насколько хватает вашего глазомера. Вот что у меня получилось. И теперь можно заполнять корзину. Берем кусочки дыни, ягодки, малину. Чередуем ягоды. Если вы будете использовать виноград, лучше взять без косточек. А из клубники можно вырезать розочки. Делаем небольшие надрезы по кругу. В шахматном порядке. Если есть листики мяты, то можно добавить их для красоты. Всего за полчаса получилась такая красота. Я думаю, что праздничный стол, либо романтический ужин будет украшен. Всем приятного аппетита! Ставьте лайки, если понравилось это видео. Пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на нашем канале. А я с вами прощаюсь. Всем пока!